Многие проекты были реализованы при активной вовлеченности в них самих тверичан. С 2016 года в Твери по программе поддержки местных инициатив удалось реализовать 132 проекта. Более 8 лет у горожан есть возможность самостоятельно решить, какой вид благоустройства им нужен, и получить помощь из бюджета на приведение в порядок своих дворов. Этим летом будет реализовано еще 14 проектов ППМИ. На некоторых, как, например, на улице 1 Суворова, уже работает приемочная комиссия. ТСЖ «Первая Суворова» включает в себя 4 дома. Это около 1000 квартир. Большинство жильцов из года в год объединяются для участия в программе поддержки местных инициатив. Все началось с устройства спортивной площадки, затем была перенесена контейнерная площадка, а теперь привели в порядок придомовую территорию и тротуары. Прежде чем приступить к укладке асфальта, мы заменили трубы холодной воды в дом 11 и 9. Они были очень изношены, происходили аварии, здесь несколько раз копали. Поэтому мы вовремя вложили новые трубы, чтобы здесь больше никто никогда ничего не копал. В трубы положили пластиковые, они вечные. Участники межведомственной комиссии проверяют, соответствует ли выполненный ремонт проекту. Качество асфальтобетонного покрытия, как показали пробы, претензий нет. Тротуары и приподъездные площадки аккуратно выложены брусчаткой. Бордюры в ходе субботника жители покрасили сами. Сделан, по сути дела, грандиозный проект. За 2 года удалось полностью преобразить территорию. Это еще один положительный пример того, как жители могут изменить внутридворовую территорию со своим участием. И самое главное, сделано это все качественно, под особым контролем администрации города и области. В этом году в Центральном районе реализуются еще 3 подобных проекта, где также ведется асфальтирование придомовых территорий. Также в данной программе можно принять участие и построить детский игровой комплекс, обустроить контейнерную площадку. И, в принципе, подразумевается любое благоустройство придомовых территорий. В целом по городу в этом году в рамках ППМИ реализуется 14 проектов во всех районах Твери.